Канерер, с Земли. А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане? Остров? Вот здорово! А как же ты там проживешь без повара, без няни? А я найду кого-нибудь. Да хорошо бы, как бы так, но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем. Не обитаем? То есть абсолютно. Подушек нет, тазов нет, нет ни одной кроватки. А я на травке буду спать. Проснулись на травке. Костер, костер, костер. А именно жечь костер. Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем. Что, совсем не обитаем, да? То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не сварит ничего, ни на каком огне. А я пойду топор найду. И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрапнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь? Нет, нет, нет. А ты хотел убежать, успеешь? Нет, нет, нет. Как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем. А я. Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам. Ну почему? Почему? Да потому что ты никогда и ничего не делаешь не сам. Масаракш. Ну я пошла. Стой! Ну что?